Брошенные и забытые. Военному городку Финино в Серпуховском районе грозит мусорный коллапс. Пятый месяц отсюда не вывозят твердые бытовые отходы. Площадка для сбора мусора превратилась в свалку. На предписание сотрудников Госатомтехнадзора управляющая компания не реагирует. Местные жители опасаются, что в городке может разразиться эпидемия. Развитие темы в репортаже нашего корреспондента. Инспектор Госатомтехнадзора Игорь Евлампиев в Фенино приезжает регулярно. С осени прошлого года обанкротившаяся «Славянка» передала свои полномочия другой управляющей компании. Жизнь людей стала только хуже. Бытовые отходы вывозить перестали. Жители пожаловались в надзорную организацию. Было проведено административное расследование по этому делу. В отношении юридического лица ОГУШФ было возбуждено административное дело. Составлен протокол, по которому было выдано предписание. Вот. Данное предписание они установленные законом сроки не исполнили, и эта компания была привлечена к административной ответственности. Однако штрафные санкции, которые уже не раз применялись к управляющей компании, результатов не принесли. Бытовые отходы по-прежнему не вывозятся. Свалка при въезде в военный городок с каждым днем становится все больше. Не знаем, кто будет вывозить мусор, кто будет чинить, если что-то сломается. Кто будет чистить дороги? Разрушающиеся здания с разбитыми окнами, огромные сосульки на домах, утопающая в снегу детская площадка, а в подвалах протечки канализационных труб. Вот так сегодня выглядит военный городок Серпуховского района. Люди чувствуют себя брошенными. Все беспокоит. Если нет управляющей компании, любой вопрос замыкается на кого? Ни на кого. Никто не занимается городком. Городок брошен Министерством обороны. Вы кому-то обращались? Выключите камеру, я вам все расскажу. О своих проблемах жители стараются не говорить, боятся, что будет еще хуже. Только куда уж хуже, если их пугает тем, что уже к 1 апреля котельная, которая работает на угле, прекратит отапливать дома. Почему район не принимает дома? Министерство обороны их отдает. Почему не принимает? Пока руководство Серпуховского района в ситуацию не вмешивается, жители сами пытаются решить существующие проблемы. Чтобы все-таки избежать коллапса, люди между собой договорились скидываться на вывоз мусора.